Зрители, добрый день. В общем, продолжаем мы, ребята, отдыхать. Все у нас хорошо. Отдыхаем. В общем, помните, ну, я не знаю, там говорил, не говорил, потому что своим там пацанам рассказывал. В общем, ставлю я прокладки под коллектор и немного подкапчивает. Блин, ничего не пойму. В общем, пошел, купил коллектор. Половинку коллектора, ну не половинку, а целый коллектор новый поставил. Завел нормально. Проезжаешь какой-то период времени, начинает подкапчивать. Ну там проехал там 5000, 2000-3000. Выходишь, блин, закопченная. В общем, я устал эти коллектора, блин, смотреть, прокладки менять. В общем, результат никакой. Ну сейчас я вам покажу. В общем, в итоге. Головки я ж не снимал, когда мотор брал. В общем, блин, пока выходной, думаю, сейчас я сдерну головки вообще. А, и что я заметил? Еду, значит, смотрю, из-под головок немного подбурливает масло. Вот, так масло двигатель не жрет ни хрена, ну, а на, не было, было сухо, а потом смотрю, начал подбурливать. В общем, разбираю, ребята, сейчас, я охренел. В общем, вот это копоть шла у меня вся, блин, из-под колец. Вот. Куска прокладки не было, сейчас покажу. Ну, в общем, видите, вот эта вся копоть. Сейчас я начал почищать. Ну, вот это все, вот отсюда у вас нагара. Вот. И вот это вот все копоть. Копоть шла сюда. А я коллектор новый купил. Ну, в общем, буду сейчас эту сторону головок сдергивать, всю полностью потихоньку делать. Значит, что я вам дальше показываю. Вот она, видите, откуда коптила вся. Вся эта херня. Сейчас, чтоб тень. Ну, в общем, отсюда она коптила. Коптила, коптила. Вот так разобрал, куска прокладки нету. Видать, либо она улетела. Докоптилась. Так что надо сейчас пересмотреть эти все головки. Ну, одну сторону. Хотя бы одну сторону посмотреть. Та сторона нормальная. Вот. А коптила получается вот эти две. Ну, я думаю, так я, как я уже разобрал. Сейчас эти разберу. Сейчас буду почищать и потихоньку собирать на место. Вот. Ну, та сторона вроде как она сухая, чистая. Вот. Без копоти, без шмопоти. Но что-то у меня такое впечатление, что, наверное, ребята, и тут будет жопа. Ну, хотя это когда у меня кидало, тут было в масле, блин. Ну, что там, мне, блядь, кажется, над... прилипну я, блядь, и на эту сторону, блядь. Ну, пока будем смотреть, сделаю одну сторону. Посмотрим, блядь. Потому что, когда вентилятор кидал, тут вот в масле все было. Че, ребята, вычухал я, блин, снял я головки, блин, все. Вот. Ну, вот эти, получается, две у меня нормально работали, а эти подгашивали. Ну, потому что они там в гамне, блин. Вот это вообще не затянутая была, блин. Сейчас вот это все вылезал, блин, вычухал, блин. Ну, теперь, блин, вот этим всем барахлом уже завтра займусь все перемывать. Да собирать, блин. В общем... смысл такой, блин. Сейчас я покажу, какие прокладки взял. В общем, там дискуссии. То с одними разговаривал, то с другими. В общем, тут у меня такое. Здесь стояла вот такая силиконовая. Я сейчас спросил, блин. Вот такая силиконовая 1500 стоит. И их нету. Приду через неделю, а то еще хер знает когда. Тут вот стояла у меня, получается, вот такая. Но она мягкая. Тут, соответственно, дебелая. Куска на ней вообще нету, блин. Я вообще не знаю, блин. Вот так вот мусор, блин, скупляем, блин. Ну вот. Ну ничего. Я думаю, что и кольца тут старые стояли, блин. Ну, тут нагара на нем так... На, вот видите, что, блин. Ну что за кольца, блядь. Они старые, наверное, этот хрен воткнул. Вот.
Ну, та сторона пока нормально, ту сторону не буду. Сейчас одну хотя бы сделать, чтобы в рейс поехать, посмотреть, что она там. Будет проблема, будем дальше крутить, блин. Да я думаю, там жопа, блядь, такая же, блядь. Вот. В общем, ребята, такая хрень, блин. Может, что сделать, блин. Ну, посмотрим, что по времени будет получаться, блин. Сейчас вот это все вылезал. Сейчас поршневую чуть маслом промажу, чтобы она этот... А то ж она будет стоять, гильза сразу будет, это, чугун ржаветь, блин. Сырости даже. Даже конденсат попадет, и то будет. Вот, ну все, тут все перемывать, все шпильки откручиваются с болт, с шпильки, вон, гайки, блин, так, все это надо выкручивать. В общем, у меня тут беспредел, блин. В общем, смотрите, ребята, взял я вот такие наборы. Мне там, ну, тоже говорят, что силиконовый став. Ну, силиконовый сейчас я хрен найду. Вот на 40, не знаю, что 40, что это за 40, блин. Там вообще никаких цифр нету. Ну, я так посмотрел, резинки вроде, ну, говорят, что вроде как заводское, блин. Хрен его знает, заводская она, не заводская, блин. Посмотрим, блин. Поставлю вот эти, блин, посмотрим. Ну, вроде хоть они хоть вид имеют, блин. Смотрел другой набор, там вообще караул, блин. Вот, надо же и эти сальники сразу поменять. Взял тут по одному стоит, докупил еще, надо и другие воткнуть, блин, еще другой какой-то строймаш, надо воткнуть еще. А вот силиконовые эти строймашевские по 1500, говорит, за штуку, это получается что, 12000 на две стороны, это вообще охереть, блин. Подбираемся уже к этому, к катерпиллеру, блин.